Одна дама, она очень увлекалась пластической хирургией, и вот она уже достала доктора, она постоянно приходила, то ей еще лицо натяните, то тут подтяните, то... И, в общем, постоянно к нему, через каждый месяц приходила, он ей говорит, слушайте, давайте, говорит, сохраним время и ваше, и мое сбережем. Я вам там сзади шурупчик прикручу, вы когда понимаете, что вам надо чуть-чуть натянуть, вы там подкручиваете чуть-чуть, и все отлично будет. Она говорит, супер. Приходит через месяц опять к нему, недовольная. И говорит, доктор, ну что такое? Смотрите, что вы мне сделали. Посмотрите, какие у меня мешки под глазами. Она говорит, это не мешки, это сиськи. А если вы так крутить активно будете, у вас скоро и борода вырастет.